Ребята, на новой локации. Всем огромный привет. Сегодня тест двух классных внедорожников TRX 4 Sport и HSP Boxer Pro. Надеюсь, дополнительных вопросов, зачем сравнивать TRX 4 Sport и HSP, нет смысла. 15 тысяч рублей новая абсолютно с коробки и 25-30 тысяч рублей БУ или под 40 тысяч рублей, но эта тачка на порталах. В общем, надо гонять, надо тестить, впереди много бездорожья, поэтому запаситесь чем-нибудь вкусненьким. Как красиво, конечно, выглядят порталы. Это вообще бесподобно. Прям монстр такой, видите. И самый красивый, это, ребят, честно скажу, мне кажется, самый лучший цвет для Спартак. Давай, давай, давай. Вы сами знаете, то, что Спорт, у него сразу заблокированы мосты, включена пониженная передача. Давай, давай, да. То есть эта тачка на фарше сразу в стоке. Никаких доработок делать не надо. И я люблю эти колеса. Мне кажется, это самые лучшие колеса именно резина. Давай, 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 давай. Потихоньку. Давай, давай. Спорт ползет. Все мосты сразу блокированы, пониженно крученные. Давай, давай, давай. Не газуй, прям ровно держу. Давай. Молодец. Все, тачка выйдет. Насколько это сложно сейчас будет для ХСП, я не знаю. Я никогда не делал 8 заходов. Поэтому делаем сразу с первого дубля и давай. Потихонечку, чтобы песочек не стал. Давай, 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 давай. Нет, нет, не зарывайся, потихоньку едь. Очень потихонечку ползет, на самом деле, ребят, видите, да? Продвигается, стал. Все, встал. Не, он дальше не поедет. Давайте, нагрел немного. Нет. Газ в пол не получается. Я уже думал, ты рыкса выгонять. Ну, ё-моё, а так всегда. Ну и чё, ребят, вы за кого? Напишите комментарий внизу за ХСП, либо ты. Такой мягкий, веселый вообще. Прям. Мне кажется, Редкат сами должны радоваться, что сделали такой крутой внедорожник вместе с ХСП. Так, давай. Сейчас трава зацепится. А, я думал, он наоборот поедет по траве. Давай, 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 давай. Давай, давай. Во-во-во-во-во-во. Давай, давай, зацеп. Молодец, давай. Заметили, да? Просто. Давай, давай. Тяжело, давай, уступай мне. Я вам честно скажу, я просто обожаю в этом цвете Спорта. Мне кажется, если правда у него поставить багажник. Ну ты что там зацепился? Давай, едь.
показывай, что могут. Давай. Давай. Туда же. Так, травка давай. Мне не нравится. Жаль. Да, на самом деле это тяжеловато для любого внедорожника. Оп, быстрее назад. Фух, чуть не упали. Коляс, конечно, вообще разницы не хватает безбожно. Ах, вот это сейчас будет препятствие. Ну-ка быстрее, нужно отъехать. Это зацепит сейчас, да? 100% бы зацепил. Мягенько, я говорю еще раз. То есть мне действительно очень нравится его плавность хода. Мягенько, так комфортно едет, вальяжно. Очень мягкий внедорожник. В общем, ребят, говорить такие слова, как делать выбор вам, выбирать однозначно вам, что взять TRX4 или HSP Boxer Pro с исполнением Red Cat, я, наверное, не... Я вам скажу свое личное мнение, свой личный опыт и свое личное мнение. В общем, ребят, смотрите, покупать тачку новую, однозначно, вот то, что вам нравится, то, что вы действительно хотите, то, что действительно вот вам понравится, вы уже определились, трофи, бюджетки какие-то там до 10 тысяч рублей на коллектор, баги, либо еще что-нибудь, да, либо бешеные какие-то монстры. Здесь вы определились, вы подобрали для себя, вы однозначно знаете, что можно потратить там на арму 40 тысяч рублей, там 50 и так далее. Вот тогда однозначно нужно брать новый автомобиль. Либо какие-то бюджетные варианты, такие как HSP, Рима Хобби, чтобы попробовать это хобби. Чтобы покатать, посмотреть, нравится ли вам вообще RC Trophy. И потом, конечно же, вам нужно переходить на дальнейший уровень. И вот там вы уже спокойно можете взять какую-то бэушку. Ну и давайте так, мы сейчас катаем HSP и Traxxas. Конечно же, однозначно я скажу Traxxas. Так, я с опытом, мне действительно этот автомобиль безумно сильно нравится. Летит самолетик, вам, наверное, видно, не видно. Вот, поэтому здесь однозначно TRX4. Да, 25 тысяч рублей тачка стоит, бэушная, но вот этот вариант, кстати, который мне понравился очень сильно, я его купил специально, чтобы сравнить с HSP. Он обошелся мне, если не ошибаюсь, 24 тысячи рублей. Тачка на продаже, она продается, она куплена по проекту, коплю на X-Max. Подробности на Paritor RC Life. В общем, думаете, я думаю, что однозначно покупайте себе Traxxas и гоняйте.
Вот честно вам скажу, для опытных, тех, кто уже действительно покатался, знает, что нужно купить, вот просто, ну, нечего выбирать и незачем просто. Хотите себе 20-30 тысяч, купите спорта. Нормального можно поискать. За месяц вы точно найдете бушного. Либо купите нового, но новый 40 тысяч. Ну, хотите с блокировками? Я вот однозначно против блокировок. Капец, как вот хочу себе опять спорта. Если бы эта тачка не досталась по проекту, наверное, бы оставил ее себе, поставил бы багажник и на этих бы колесах просто гонял. Подготовил бы себе для настоящего. Короче, все. Traxxas TRX 4 однозначно. Но новый HSP Boxer Pro. Ну, ребят, да, потому что тачка тоже прикольная, топовая. Я поставил ей 9 из 10. В общем, гоняйте, катайтесь, радуйтесь и наслаждайтесь хобби мира RC. Спасибо большое за внимание. Всех благ. Пока-пока.